всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, как у вас, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что вы будем ставить очень много сиреноголовых, от них убегать, выживать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Раз, два, три. Знаете, они бегают по всей карте. Четыре. Давайте пока четыре поставлю и посмотрим, что с этого получится. Если будет прям сильно легко, я поставлю. Я вообще планировал сделать в конце ролика, ну, штук 50. Как вы думаете, не вылетит у меня на рабочий стол? Возможно? А, смотрите, кто-то забежал в щель дома, а они туда не могут пройти. Нет, все-таки смогли. А, они погнали за ним. А я просто похожу, посмотрю по карте, как вы проигрываете. Они все за мной ходят. Да не ссы, я так 100 раз делал. Ого, он здоровый. Я на тебя переагрел. Ого. Это значит, это было нечестно с твоей стороны. Я могу очень легко быстрым бегом бежать, и они меня не могут убить. О, я его переагрел. Нет, я его не переагрел. Арик сзади. Отлично. Музычка какая-то пошла. Опа, сожрала тебя. Я не заметил. Я бегу дальше. Ой, ё-моё, он меня съел. Не едят? Отлично. Пацаны, я выживаю. Димас, режим полета выключи. Да, режим полета включенный. Хорошо, я улечу, чтобы они меня убили. Давайте. Да, я считаю, что это нечестно. Даже я не летаю. Хотя очень хочется. О, сирена пошла, пацаны, вы слышите? Я взрываться буду. Нет, нет, нет. Ну да, такое ощущение, что сейчас будет ядерный взрыв или что-то такое. А, перед катастрофой такие сирены включают. Или когда ураган. Торнадо. Они как... А вы слышите, музыка такая, как будто в домофоне играет? Это они издают? Да. А, прикольно. Они в угол зажимают. Умные. А, пацаны, я вижу, что мы бегаем, они нас не мочат. Давайте будем добавлять. Все-таки я говорю, что будет их очень много в этой серии. Еще. Ой, фонарь огорова головой. Ты в следующем ролике будешь. О, они как его? Они трубашники в руках держат. Во, еще добавил. Все-таки сделали... Да, все-таки, наверное, 50 мы сделаем в конце. Так, ну что, пацаны, вы живые? Нет, я вижу. Камень умер. Кто-то еще там умер. Пока мы стащим. Отлично. Ого, и сколько за тобой бежит? 4 штуки. Хотя у нас получается 7, 8. 8 сиреноголовых. Давай ты челлендж все за все сиреноголовых за одни. Ну и как там можно... Да не, я вижу, он Пикачу носит в руках. Не нужен Пикачу, недорого. Я эктик на себя перегнал. А, в 9 штук. Смотри на него. Ого. Еще один. Они сейчас тебе Пикачу по башке дадут. О, крошка, половина. Один на тебя переагрелся. Пацаны, я еще ставлю. Готовы? Да. Давай. Я не хотел этого делать, но придется. Надеюсь, на рабочий стол у меня не вылетит. Пока оружку мы не используем. Я скажу, когда оружие будем использовать. Пока мы просто повыживаем. Так, кстати, меня еще ни разу не съели. Давайте для приличия хотя бы подадимся им или что. О, вот так. Все, они сейчас будут мой труп носить. Это прикольно. Так, я вижу, он опять за мной побежал. Если бы они быстрее бегали, можно было бы на машинах поугонять. Они меня тоже съели. Так, а что они сюда не идут? Я вижу. Ой-ой-ой, сюда пошел. Вот это... Какой они высоты? Метров где-то по 6-й этаж, да? По 5-й. Раз, два, три. Да, 6-этажный. Я видел, так что он стоял возле дома. О, я вижу, там дипер глючит. В руках. Вот это их много, и звук страха нагоняет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Пацаны, что, давайте оружие будем использовать, давайте их помочим. Давай. Я считаю, если я поставлю побольше, мне кажется, у меня будет очень сильно лагать. Потому что у меня уже в 53 FPS, 40 даже проскакивает. Мне 17. Ну что, давайте их мочить будем. Я когда по ним стреляю, мне какие-то... Как будто они из камня сделаны. Съели опять меня. А, блин, да что за... Меня пригвоздил кто-то. Так, надо оружку взять мощную. Давайте проверим, они убиваются? Они убиваются, сразу двоих, нифига себе. Так, так, так. Монетка. Давно не использовал. Монеткой гасятся. Попробую в движуху убью. Ой, бульбазавр, псих. Красавчик. Что он задним ходом? А, кто-то в него вселился, да, пацаны? Я здорово, сиреноголовый челепиздрик. Как тебя убить? Я сейчас, по-моему... А, надо ногой, что ли, лупануть. Так, правая мышка — это рука, а это нога. Нога. А как в руки брать, хавать, как они? А, правая кнопка мыши так берет. И это ваншотится, тем более.
Я сиреноголового бью своего, мне ничего не делает. Так, ладно, давайте выселимся. Сильно они такие медленные очень. За мной побежал. А, он сожрал подписчика. Вкусный или нет? Это я. Иди сюда. Вы видели, когда стреляешь, он из камня. Это реально камень, это как из цепи 173 материал. Он за мной бежит. А, они по карте рассеиваются. Нормально, давайте его будем к воде. Через мост. Офигенно, эпично получается, когда они в середине небоскреба входят в городе. А он пройдет здесь? Они мосты не могут проходить, представляешь? Я застрял, подожди. Все. Давай, режим полета включи, давай. Хотя я выбрался. Ты молодец. Прошел как-то. Да нет. А вот здесь он пройдет? А вот здесь я даже пытаться не буду. Офигеть, он не может здесь проходить. Я его по копытам стреляю. А, он дамажит. Так это игрок, наверное, настоящий. А, кто не сюда? Так. Я хотел этот трупак взять. Не, нельзя. О, вертолет это классно. Я могу классный. Пройти. Я могу. Ой, блин, я хотел, чтобы далеко взорвалось. Ух ты, я убил парочку штук. Я не хотел, так, конечно, мощно, но получилось, как всегда, мощно. Играем дальше. Да. Пацаны, они живые или нет еще? Там есть чили пиздрика живые? Не знаю. Я никого пока не вижу. Тоже не вижу. Один всего остался. Пацаны, ну что, сейчас будет эпическая волна. Я не знаю, вылетит у меня игра или нет, но я постараюсь, чтобы не вылетело. Ой, если его поставлю на дом, он с дома спрыгнет? Наверное. Он сыт. Он, получается, сам себя не хочет дамажить. А, Димас, ты чё за спину ставишь? Ну я же этот, на крысу. Лимит сработал, давайте больше. 22 штуки, давайте 50, как я обещал, ребята. Тут много. Алло, а ты чё? Я делаю 50 штук, 52 штуки, как я обещал, да. Вся чётко выйдет. Ой, лагает, ой, лагает. Ребята, это вакханалия просто. Такого мы еще точно не делали. Это эпик. Мы через лес будем проходить. Ух ты, вот это не мочит нас. Паровоз тупо едет, сойдет. Пацаны, я их убиваю. Убираем по сиреноголовому каждого. Давайте буду взрыв свой эпический этот. Не буду возрождаться, потому что убьет все равно. Ой-ой-ой. Всех убил? Нет. Много бежит. Не, еще не убил. Там я слышу еще одного. Не ушли, наверное, из диапазона. Во. Я убегаю, пацаны, я просто убегаю далеко. А, я бомбы не туда кинул. Туда. Бум. Четко бомбардировка, просто четко. Живые хп. Че, живые еще? Я слышу этот звук. Если слышишь, то значит живой кто-то. Уго, их еще сколько было. А, то бомбы были не активированы. Это очень классные чили-пиздрики. Это мои друзья. Все, ребята, 50 монстров. Против одной мощной бомбы. Дико лагает, да? Нет, давайте много разных, потому что одна мощная, с другого мода она его не берет. Вообще не лагает. Все. Улетай. Ребята, улетайте быстрее. А, у вас нет режима полета. Прощайте, пацаны. Ой, красота-то какая. Как мне это нравится делать. Все живые? Нет, не все живые. Ничего не видно, но очень интересно. Так, сейчас мы жахнем большого. Мы его ни разу не взрывали. Вот этого. Кто это? Ой. Ого, они, получается, как 100-этажка. Ни финта себе. Это таракан большой. Ребята, делаю эпик по всей карте. Я хочу, чтобы было прям сильно, мощно. Ну как-то так. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
Ой-ой-ой. Ты слышишь?